Добрый день. Сегодня я хотел бы поговорить о здоровье в пожилом возрасте. Именно о здоровье, а не о болезнях. Потому что болезни лечат врачи, а люди в любом возрасте, особенно в пожилом, обязаны сами бороться за собственное здоровье, укреплять его, проводить профилактику, ну, естественно, опираясь на рекомендации науки. Я хочу просто привести конкретный пример, как вот продукция Биозан и соответствующие рекомендации некоторых ученых помогли мне успешно справиться с коронавирусом. Все мы помним эту эпидемию, она принесла нам много бед. У меня, так сказать, двое товарищей моих, одногодков, ушли из жизни. Но я сам понимал, что и возраст, и болезнь сердца, и легких ставят меня в зону риска, и поэтому активно искал те средства, которые помогли бы мне справиться в случае, так сказать, заболевания этой болезни, инфекции. Ну, прежде всего, я что хочу сказать? Я вспомнил сразу теории некоторых наших знаменитых ученых, в частности, Ильи Мечникова. Это нашего знаменитого микробиолога. Он, кстати, является основоположником науки геронтологии в нашей стране, науки о старении. Вот он считал, что многие болезни и преждевременная старость возникают из, как он называл, самоотравления, то есть отравления ядами и токсинами, которые возникают при неправильном пищеварении, загивании белковых тел и так далее. Решать эту проблему он рекомендовал при помощи кисломолочных продуктов, полученных при помощи так называемой болгарской палочки. Болгарская палочка – это относится к семейству лактобактерий. И Мечников считал, что именно лактобактерии не только формируют полезную микрофлору в кишечнике, но и препятствуют проникновению вредоносных бактерий. Ну, хотя эти работы были в конце 19 века, но тем не менее они актуальности не потеряли, тем более многие специалисты говорят, что 70% иммунитета как раз формируется в кишечнике. Вот. Поэтому мимо этого факта я не мог пройти, тем более в компании Биозан есть уникальный такой продукт с символическим названием «Формула жизни». Вот я его показываю, «Формула жизни». Это комплексный препарат, в него входят две разновидности лактобактерий, о которых Мечников говорил, плюс бифидобактерии. Общее количество их 30 миллиардов. Плюсом идут природные полезные продукты, которые помогают укрепить иммунитет, наладить пищеварение и создать такую микрофлору в кишечнике, которая позволяет бороться с болезнетворными бактериями. Поэтому я провел курс в качестве профилактики вот этим препаратом. Далее. Мне очень импонирует и нравится теория немецкого специалиста, биохимика Отто Варбурга. Он в 1931 году в прошлого века получил Нобелевскую премию за открытие возникновения рака. Вот. Ну, вся эта теория, она сложная и долгая, это отдельный разговор, но суть этой теории я хочу, так сказать, озвучить его словами и показать, вот так сказать, на Хабер, вот так сказать, он как высказывал: «Никакая болезнь, включая рак, не может существовать в щелочной среде». Вот Отто Варбург, лауреат Нобелевской премии. То есть, что он говорил? Он провел массу, так сказать, исследований, массу, так сказать, этих самых экспериментов, пришел к выводу, что ни микробы, ни вирусы, ни вот раковые клетки не могут существовать в этой щелочной среде. Поэтому вот он в заключении говорил, что ощелачивать свой организм, создать и поддерживать запасы щелочности в нашем организме – вот задача для тех, кто хочет быть здоровым. Поэтому я тоже, так сказать, занялся ощелачиванием собственного организма. Но есть несколько способов. Я использую и ощелачиваю организм католитом. Католит – это активированный водный раствор, полученный путем электролиза. Ну, в народе его называют еще живая вода. Вот. Я использовал для профилактики католит, полученный электролизом, pH около 9 единиц и редокс-потенциал
то есть это восстановительный потенциал, минус 250 милливольт. Вот. В качестве профилактики каждое утро на голый, на тощий желудок, на голый желудок выпивал по стакану вот этой живой воды. Вот. И, наконец, я в качестве, опять же, на профилактике использовал, ну, мой любимый продукт Биозана – это защита сердца и коэнзим Q10. Поскольку коэнзим является, ну, ключевым звеном, катализатором сложной реакции по выработке энергии в организме человека. Помимо того, что он снабжает любые клетки всех органов энергией, он также повышает иммунитет. Поэтому такая вот профилактическая работа была проведена. Но, несмотря на все эти дела, все-таки в ноябре где-то 2020 года я подцепил коронавирус. Вот, и стал опять активно, так сказать, незамедлительно его лечить. Чем я его лечил? Из аптечных средств это был эргоферон. Он мне нравится как противовирусный препарат. Где-то по 6-7 таблеток в сутки. И применил вот этот мощнейший препарат, который называется кардицепс. Но я применил его, так сказать, не сразу, так сказать, мощной дозировкой в количестве 3 единиц. С тем, чтобы, так сказать, ну, сразу это убить все эти вирусы и, так сказать, повысить свой иммунитет. Где-то в течение 3 дней я принимал вот в дозе 3 монодозы. Потом, когда дело пошло на поправку, ну, уменьшил дозировку. То же самое я употреблял и вот этот замечательный препарат, называется Тонус. Он двухкомпонентный и состоит жидкая фаза из живицы кедра, и капсульная – это там, значит, масло из кедрового ореха и плюс прополис. Вот многие целители, есть такая информация, говорят, что вот продукты кедра защищают от любых вирусов, от любых эпидемий. Поэтому я тоже его, так сказать, применил. Кроме того, значит, ну, продолжал употреблять коэнзим Q10 и усилил ощелачивание организма. То есть не один раз, как профилактика, а 3 в день выпивал на голодный желудок 3 стакана живой воды, ну, увеличил, так сказать, щелочь до 10 единиц. И кроме того, что принимал внутрь, я делал ингаляции тоже вот этой живой водой с добавлением хлорофилла. Хлорофилл здесь есть, это сильный, так сказать, природный антиоксидант, и он обладает выраженным действием против микробов, которые могут вызвать поражение верхних дыхательных путей. Вот, так сказать, те лечебные средства, которые я применял после профилактики, которые, так сказать, помогли мне, ну, буквально в течение недели выздороветь, и никаких таких осложнений каких-то не было. Но мне стало интересно, как мой организм отреагировал на все эти вот профилактические мероприятия, на лечение вот этими средствами. И я сделал где-то в феврале месяце, спустя там 3 с лишним месяца, анализ крови на выявление антител по методике ИФА. И вот оказалось, первое, то, что результаты показали, что действительно у меня был коронавирус, не грипп, не там ОРВИ. А что касается вот антител, это 15,5. Ну, в общем, это достаточно приличный результат для моего возраста. Вот, поэтому меня полностью это, так сказать, лечение и профилактика удовлетворило. Вот еще дополнительно хочу сказать следующее, что в последнее время компания Биозан выпустила еще два препарата. Это вот пищевые ферменты, которые идут, ну, в духе вот теории Мечникова, но они помогают улучшить пищеварение на всех этапах и избежать вот этого гнилостного разложения белковых тел. И кроме того, есть великолепнейший вот этот препарат «Биодетокс». Он, значит, создан на базе вулканических пород, которые из Сербии поставляются, и обладает большой такой поглотительной способности, выводит из организма все яды, все токсины, вот, и облегчает течение, так сказать, всех этих заболеваний.
Вот примерно то, что я хотел рассказать в плане того борьбы за свое собственное здоровье. Это и профилактика, это и лечение, использование вот продукции Биозана, вот, ну и некоторых рекомендаций наших ученых. Вот, спасибо за внимание, всем желаю здоровья.